Добрий вечір. Ми знову раді бачити вас. Творчесне об'єднання «Повний фарш» починає другий випуск новостей Рождественского лагеря 2016. І ми сразу переходимо до першої новості. Итак, вчера прошел Джекон Джилл по ленте Хобо. Созвание лучших соушел-танцоров боролись около 150 человек. Корреспондентам творческого объединения «Полный фарш» удалось взять интервью у некоторых призеров. Казалось, что вы танцевали не совсем Линди Хоп. Что вы сами думаете про это? Понимаете, я... Это общество анонимных бабошников, понимаете? Николь, я не даже знаю. Привет, Сергей. Вы прекрасно танцевали. Все смотрели именно на вас. Вам не кажется, что партнерша это вообще лишний элемент в танце? Конечно. Зрители считают, что ваша победа это политика и закулисные игры. Собственно, вопросов-то у нас к вам никаких нет. Игорь, все в порядке. Всем показалось, что ваша пара совпала не случайно. Вы можете это опровергнуть? Все недоумевают, почему вы танцевали не в музыку? Мы нашли куклу Вуду с фотографией Широкого. Обязательно покажите. Вчера также многие из вас стали свидетелями свидетелями очередного ночного пафла от полного пафла. На этот раз на танцполе сошлись настоящие монстры соло направления. Это была Ксения Пархатская и вызвавший ее на дуэль Даниил Никулин. Как всегда, самое сочное смогли увидеть только те участники, которые присутствовали на этой супербитве. Ну а для тех, кто пропустил, творческое объединение «Полный фарш» подготовило короткий сюжет. Человек, единственный человек, который порвал Бонгуса, соло-чарстный Даниил Никулин! Себе достойного соперника, человека, которому вообще по барабану банку с Понтусом. Ксения не может передать всей гаммы эмоций и горе чувств, возникших от поединка.
Поэтому не пропустите сегодняшний баттл, который состоится в буги-зале между сетами живой музыки. Живой баттл, друзья, не пропустите. И следующая новость. Ночью рождественский танцевальный лагерь живет своей жизнью. Мы уверены, что многие из вас даже не подозревают, сколько всего интересного происходит, когда заканчиваются все официальные мероприятия. Следующее видео расскажет вам об одном из таких ночных безумий. Заявляет, что случай отнимания музыкальных инструментов у артистов в порыве танцевального экстаза зафиксирован впервые. Переходим к нашей постоянной рубрике «Преступление без наказания». Нам стало известно, что во время обеда и ужина вегетарианцам не хватает порций. Ваше мнение, полный фарш выдвигает несколько версий по этому вопросу. Первой версией стало подозрение, что кто-то из участников, в силу неизвестных обстоятельств, отказался от мяса сразу по приезду в лагерь и, следовательно, съедает порции вегетарианцев. Скептики же заявляют, что сами вегетарианцы съедают по несколько порций и объедают сами себя. Также мы не отрицаем, что и сами могли внести вклад в эту неразбериху. Дело в том, что в прошлом году мы во всеуслышание заявили, выдвинули лозунг, что вегетарианцы – вершина пищевой цепочки. Так как они проходили на обед без очереди, это могло повлечь с собой появление лыжей вегетарианцев. Другим происшествием. Из рождественского лагеря пропали танцоры West Coast Swing'а. Организаторы, конечно, заявляют, что они уехали, потому что, цитирую, «лагерь для них закончен». Но у творческого объединения «Полный фарш» данная формулировка вызывает вопросы. Мы уже приступили к нашему собственному расследованию данного инцидента. Это было официальное заявление. И к новостям медицины. Многим из вас знаком танцевальный лагерь Хирам. К сожалению, также многим известен такой эффект, как Хирам Флю, которого почти никто не избежал. Организаторы рождественского лагеря, прекрасно зная о подобных эффектах, подготовились к подобным ситуациям. И об этом наш следующий ролик. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Беда с руками. Болят.
товарищи подлечили. Так, давайте-ка посмотрим, что там у нас. Я не знаю, что делать. Ну, у вас, очевидно, охлопанные ладони. Хлопали много. На сильную долю причем. Ну, ничего, от этого есть мазь. Отличная мазь. Отличная мазь. Нет, давайте-ка лучше все как было. Идите лучше поспите. И руки под подушку. Здравствуйте, доктор. Вы не представляете, что творится. Вы были на классах вообще, на мастерских? Эти преподаватели, они шаблон просто разорвут вообще. Я не знаю, что выбрать мне, что танцевать. Все интересно. А ночные батлы, это неимоверное что-то. Я просто лежу на полу, когда они происходят. А живая музыка, вы видели? Живая музыка. До них рукой можно дотянуться. Они буквально на расстоянии вытянуты руки. И доктор, вы представляете, все круто. Что со мной? Скажите. Так, ну все понятно. Это синдром первого лагеря у вас. Просто сделаю прививку, реально была вакцинация. А сейчас я вам вот эти вот таблеточки дам. Да, доктор, спасибо. Классная таблетка, классный лагерь. Боже, у меня же сейчас бонус. Классный доктор. Здравствуйте. Что вас беспокоит? Расскажите, пожалуйста. Well, just don't get it now. It's... Think Lindy Up is not mine. Ну вот, проблема-то не новая, это болезнь давно описанная, известная. Медицина тоже шагнула уже далеко вперед по сравнению с предыдущими годами. Есть целый ряд средств, вот, например, посмотрите, вот это тоже, вот все замечательные, действующие, быстродействующие, вот в разных, понимаете, да, составляющих. Можете попробовать какой-либо из них. I have one. Давайте-ка, можем посмотреть. That is got the squid. Это должно помочь на раз. Там уже через неделю наступают какие-то изменения. Как у вас прогресс наблюдается? It doesn't work on me. Странно. Как вы его принимаете? Друзья, собственно, с вами был «Полный фарш». Увидимся!